Йоу, what's up, всем салют, ребятки, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Ну что, один из ожидаемых, так скажем, альбомов 21 года вышел, Big Baby Tape, Кизару, Бандана, первая часть, я так понял. Слушаю, буду слушать я этот альбом только из-за Big Baby Tape, потому что он мне интересен, короче. Интересно, что он приготовил по битам, что у него там. Вот, и вообще, ну, подрос пацанчик или нет, надо посмотреть, послушать. Ну, а на Кизару вообще как-то по барабану. Мои подписчики в курсе, наверное, то, что я даже не слушал никогда его альбомы. Ну, намеренно. Так, где-то я там слышу, конечно же, его песни. Вот, но просто, короче, мне этот персонаж не интересен. Какой-то смешной чувак. Вот. Давайте заценим альбом Бандана. Погнали. 99 Problems. Я лишь мою руку, я не дружелюбный. 99 проблем Джей-Зи. Я пришел из дерда, я пришел из грязи. Чапа гоу страйн, дрэйн, брэйн, бэм, бэм. Футя бэн, снак, кибалинга, джуни дэйн. Ай, сука, в чем дело? Ай, сука, в чем дело? Чем дело? Ты не мой белый, хоми, ты не мой чел. Чап в моих чинцах и еще мой член. Я гадаю с кем, я гадаю с кем. Белый как бич, как белый кирпич. Две суки рядом. Ну, это какие-то 99 проблем наркоманов. А вот эти 99 проблем нормального человека. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rap patrol on the patrol. Ладно, идем дальше. So, I see ni how. Классный припев. Нравятся вот эти зависания, когда делают. Неплохой бит, классный парт на припеве, ну вообще сам припев, то есть. Самое главное в бизнесе — честность. Трахнул на стену, вышел из тумана, есть беседу в одни шагами великана. Больше арсенала, сука, чем это не стар. Бандана, 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 да ёб мне свага, будто Джоу Сантана. Скрутил и проб. Рэпэ бич, она хочет рандеву. Что дальше свидание, я уже её ебу. Хотел хит, тебе на ауте. Payday, 47, AK. Хипа плага, это take and the MK. Бэйни сяда на плетение, ако бэнсэ. Мы её пустили, бэйн, брос, потом стрим. Чё, я не знаю даже, что говорить. Вроде такие кочевые темы, но как-то не цепляет. Фиг знает. Чё за прослушку вообще получится? Ну тейп реально хорош. Все равно не раскачивает. Неплохие парты от Кизару. Тоже, короче, отсылка к
какому-то треку здесь. Трек отсылка, короче, одна большая отсылка. Не заходит. Все мои собаки тут, все мои плохие суки тут. Все спят, когда ты говоришь, все спят, все спят. Молодой тейк, ну и хули, появляюсь, суки, и теперь они проснулись. Сука трясет джопа, она может сломать спину. Money long girl, деньги длинные, как спиннинг. Классный бит. И понравились парты, особенно исполнение вообще. Мама сей, мама са, мама коса. Эти капли крови, они падают на кафе. Мама сей, мама са, мама макуса. Экстра клип твой, кеш летит на небеса. Ничего не поменялось, я на кухне. Ничего не поменялось, я преступник. Блин, знакомый опять же. Что-то в это в форсаже было. Помню времена, когда мне было мало. Сделал голову, пожалуй, поняла. Ну, лайк за сэмпл. Блин, этот сэмпл сбивает, вообще ничего не понимаю. Ну, у меня такое мнение, что вот это на куплетах мешал. Посмотри на цвет мой Yellow Diamond Pikachu. Помню времена, когда мы спали на полу. Все пакеты дома, все пакеты дома. Нахуй крысы, нахуй суп. Мой чай попает тут. Какая-то печальная история. Я за Киу пью, танцуешь, мани дэнс. Мерседес Бенц 6-3 GLS. На мне картишор, на мне камуфляж. Читал про стики, понял, это популяр. Не подняв плечи, я выгляжу пизда. Я не имею срок, не могу выйти из дат. Это биг бэйби, тейп твоя мать. Дал твою плеть, я испортил макияж. А сей раз, два, сей раз, два, три. Хоу, ты не знала, я из SPB. Да это был обычный день, я помню это как вчера. Вот homicide, с утра до вечера. Эй, йо, Кизару, ко мне пришла идея. Давай кинем так и заберем у него все, и мы проверим его плеер. Забегаем, берем все, уносим ноги. Неприметный Логан, будешь ждать через сплошную на дороге. Посмотрел на время, это время делать цифры. Говорю на корах, и мне понять эти шифры. Я влюбился в ней, но не могу закончить бэнки. Чтоб они ходили, да мне надо было бегать. Так, ну самый крутой трек, который более-менее мне зашел. Сразу можно понять, я слишком стар для такого альбома, для такой музыки, бла-бла-бла. Я не знаю, короче, я признаю, да, кочевые темы есть. Ну вот просто мне не для меня, короче, все это. Меня не раскачивает. Вот. Классные парты, в основном у Тейпа, но Кизару тоже был неплох. Я сейчас уже не вспомню даже в каком треке. Я ни один трек не помню.
чтобы вы понимали, вообще ничего не запомнилось, ничего такого интересного, особенного в этом альбоме я не услышал. Ну, за исключением, вот последний трек, очень круто. Классно, стильно прям. Есть крутые сэмплы, вообще на альбоме полно всяких разных сэмплов, где-то интерполяции. Был приятно удивлен услышать и отсылочки всякие. Это круто. Вот. Что еще можно? Тейп хорош. Чувак вырос. Звучит интересно. Блин, не помню, где. Лади-дади. Нет, не лади-дади. А, сейчас скажу. Everybody Sleeping. Вот. Мне зашло там то, что они шепотом, короче. Ну, меняли так исполнение. Интонацию. Короче, круто. Вот. Еще что выделить, не знаю, бандану, наверное. Фиг его знает. Короче, были неплохие треки, но фиг знает. Где что, я переслушивать это не буду. Я не знаю вообще. Ну, я вот такое на репит никогда не поставлю, короче. Раньше, если бы я был помоложе, я бы, наверное, гонял на репите, может. Сейчас, не знаю, типа переслушивать заново то, что они там супер не въебаться гангстеры, у них кучу бабла, они трахают сук, там у них есть автоматы, наркотики они употребляют и так далее. Я этого наслушался уже. Ну, чтоб вы понимали. Поэтому, ну, в чем прикол? По музлу меня тоже особо не вкатило. Не знаю. Либо я просто ожидал большего от этого альбома, но опять же, это все моя проблема тогда. Я не знаю, как вам. Можете писать в комментариях то, что я ничего не выкупаю вообще. Ты кто такой? Давай, до свидания и так далее. Окей. Но, ну, я не знаю. Просто пишите свое мнение об альбоме. Как вам? Реакция есть мне никакая, потому что меня особо ничего не раскачало, кроме последнего трека. Вот. Все по чесноку. Как вам, в комментариях увидимся. Если хотите, ставьте лайк. Не хотите, не ставьте лайк. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.